Дальнейшая судьба Чебоксарского троллейбусного управления и стоимость билетов на нерегулируемых республиканских маршрутах. Проблемы в сфере транспортных перевозок обсудили на совещании в Доме правительства. В Чувашии более 590 автобусных маршрутов. Только 12% из них являются нерегулируемыми. Большинство находится под контролем Минтранса. Портит статистику около 70 маршрутов, которые устанавливают цены на проезд по своему усмотрению. На это жалуются все больше жителей республики. Чебоксары-Цивильск, расстояние знаете, стоимость билета может быть в отдельных случаях 50 рублей, в отдельных случаях 70 рублей, в отдельных случаях до 100 рублей. То есть 1,5-2 раза дороже. Специалисты изучили работу цивильских перевозчиков и пришли к неутешительным выводам. Они, естественно, не обеличивают пассажиров, естественно, не платят никакие налоги ни на содержание своих работников, остальное, поэтому у них цена получается дешевле. Есть номера автобусов, номера маршрутов, все есть у нас. Перепроверили? Работаем. В ближайшее время ситуация должна измениться. В республике будет принят документ планирования перевозок. Большая часть маршрутов перейдет на регулируемые тарифы. Необходимо принять документ планирования для того, чтобы на законодательном уровне закрепить регулируемые тарифы. Еще один важный вопрос – перспективы Чебоксарского троллейбусного управления. Ситуация непростая. Энергетики грозят отключением отряда тяговых подстанций. Глава администрации города Алексей Ладыков представил комплексный план оздоровления предприятия, который предусматривает оптимизацию, сокращение расходов и увеличение выручки. Кроме того, в правительстве рассматривают возможность финансовой помощи управлению. Шансы выбраться из долговой ямы у предприятия есть, подчеркнули на совещании.